Иди, агри, Вальку, пока летит. Не, чё, некоторых я палок видел, они носят эти два выбора. Типа профит не на пиздюлю. Не носят уже. Их невозможно больше один-два. А, вот оно, чё, я-то думаю, что-то последнее время нахуй их нету таких. Там гоняют нахуй с Чеха и, блядь, с выбором теперь, блядь. Итальянский не понимаю, блядь. Пошлите сюда. Твой-то на тебя съебывает просто. Взял на рептуху тыкну. Диспельцер, Вальку. Да, че, я сказал, блядь, ну я не буду ставить стрелу, но я ж думал, не думал, что такая хуйня произойдет, типа, блядь. Все будут нахуй выносить его. Я просто в следующий раз, когда буду идти, нахуй, буду ставить свое время в фрилут. Да мне похуй вообще куда. Куда хотите, туда и пойдем. Пошлите кровь. Че, кровь? Не знаю. Мне больше кровь нравится. Ну похер, пошли. Хант, пароли вон с ВВ. Кто выиграет, того и череп, блядь. И все. И не так. Объясните, кто его сролил? Кто выиграл? Ну, второй по ролу был Хан. Не, первый, кто его забрал? Забрал его друль. А, ну все, он у Ханта. Короче, ВВ базар вон с Хантом теперь. Берите КВ. Советник отбейте. Вот, готов сотку ЕП за череп отдать? Кто готов вот сотку ЕП за... Ой, да, соточку просто. А не, за 50%, да, там? Того и череп. Вот, за ГП, да. Они могут решить, чей череп, блядь. Хант был вторым порол, ему и отдали. О чем еще говорить? Да у ВВ скоро он, блядь, Чеху выбьет, и ему похуй будет. ВВ, ты вернешься там? А, ну все. Да ВВ, нахуй тебе этот череп, серьезно, блядь.
Ты, блядь, быстрее нахуй вынесешь Чеху, блядь, собычку. Что вынесешь? Это какой КП? Вы что, в своем месте сядете? Да они вон за, блядь, за череп уже, за ГП готовы забирать, блядь. Не надо мне Чеха, я хочу череп, блядь. Бля, ВВ, ну, по ролу был первый, кто выиграл, это друид, на второй был 78, было у ханта. Ну, то есть, блядь, если б друль не рольнул, выиграл хант. Так что, блядь, ну, по сути, это его, нахуй, блядь, разбирайте сами. Это ж не за ЕП, я ебу, реально, за этот череп, нахуй, готовы пиздец. Ну, как будто такая топ-3, за которую надо стать, побежать и судить. Советник, блядь. Выиграл я череп, вот, 98, да. Потому что вторым был хан порыл. И все. Я вот тоже не понимаю, нахуя этот череп, бля, это... По сути, я не знаю, блядь, она идет только реально БМом, блядь, каким-нибудь, нахуй, все, блядь. В ПВЕ, нахуй. Больше она никому, нахуй, не нужна. Бесполезная триня, блядь. Она чисто на время, просто ради того, чтобы была, нахуй. Чисто заменить, что у тебя там, знамя или что? Выбор. Так у тебя, блядь, выбор, нахуя у тебя это, блядь, ты череп, ой, Чеху вынесешь. Это для тебя профит не будет, блядь. Пиздец. Вот уперся в эту череп, блядь, и пиздец, хоть и бейся, нахуй. Войд, короче, в следующий раз будешь... Будем идти, будешь за ЕП нахуй отдавать, блядь, череп, блядь. Я хуй знаю, как здесь по-другому, блядь. Вообще, давайте отдадим он нахуй присту, пускай он стафом пиздярит нахуй и все. Хант, рольни. Вон, батька решает. Все решено. Отдавай череп, нахуй. Шесть, погонял. Это несправедливо. Как недолго музыка играла, хант. Чем здесь недолго? Ну чё, ну, ханту выбор сегодня выбили, так что как бы не сильно обидно. И ему, кстати, сегодня не отдали, нахуй, за ЕП. Так что все нормально. Давайте хавать рыбу. Ставлю рыбу, хавайте. Бесполезная сова и хант пускай сферы бьют. За весь все равно старфул нельзя тут прожимать, так что пускай лучше сферы бьют. Ну да. Но я хоть буду тоже фигарить. Он будет вообще коварный, блядь. Хант на пуле, что Долдорама? Ой, твой этот, блядь, педик нахуй, келесет, пал на двоих. А, ты двоих? Ну, пал, подержишь тогда одного. Иди одного держи. Пал, пал ты одного. Восьмёшка, сейчас убьем, принцеву восьмёшку. Квест не шарится, это только начинки можно взять, раздать.
Шаман, зачем ты даешь Геру? По приколу. Разбегитесь, вихрь. Пизда, сфера около нас. Вообще на войде сфера. Побудешь. Смена 3 секунды. Хулипа, молодец. Келесета точечно бейся. Слева сферу подбейте. Далеко. Бать, нахуй я притянул. Смена сейчас будет. 5 секунд. Прохиливается войда. Блять. Сферу подбейте. Смена 5 секунд. Блять, это пиздец. Ну вот просто интересно, сколько сфер пизданулось на? Смена, сфера падает. Пизда, блять, вот всем похуй, по-моему, на эти сферы, нахуй, я хуй знаю. Пизда, 17 стаков, ебать копать нахуй. Добивается Келесета. Да, не нормально, загораю. Лок лежит нахуй. И хант лежит. Нормально.
Погнали, трэш. Совет. Если есть наложил, вот как мы пошли только в ЦЛК. Я до сих пор, сука, забыл про еду, я только что посмотрел то, что она передо мной стоит. И пиздец, как захотелось кушать. У меня уже и чай остыл, нахуй, уже все остыло. Все чувства остыли просто в этом ЦЛК ебучем. Не прибегнись. Тебе еще не делали с 10 уп. 10 гир, когда ты в одного друида хилишь и рылишь. Ну так это нормально. Да не знаю, по мне, самое проще, когда, ну, ты либо хилом идешь или рылишь, либо, блядь, не знаю, либо танком. Это вообще самое охуенное. Смотри, а когда ДДшкой вообще не люблю рылить. Я тебя полностью поддерживаю. Смотря каким хилом, если друид и один хилишь соло, это трудновато. Ну это да. Шама просто. Войд просто не палится. Сейчас будет. Сейчас мы увидим кое-что. Мне кажется, давайте мы чека. Не до хила упадем. Да ладно, давайте посмотрим. Ну я думаю, Гера. Да похуй на Геру, короче. Пуляйте, танки. Это было неразумное решение. Я голодна. Вот сука. ШП сорвал укус. Вам не стыдно? Сбегитесь, хант, шам. Ой, хант лист. Чего мне стыдно? Я пока нажал две кнопки, бурсты, блядь. Ну, это сложно. Я пока еще зачерпнул. Прохильте пала. Пока зачерпнул ложку. Это, супчика холодного. А вообще вам не стыдно, ВВ? Ну, мне немножко стыдно. Ну я рак, я ничего. Пал, ШП, сбегитесь. Я рак, я даже не хочу думать об этом. Хан на тебе лужа. Пак через 5 секунд. Лужа через Трахант. На протопал орешки накинь. Блин, ты пипец, встал в самую жопу, я тебе 3 часа искал с укусом. Пакт, ВВ, друль. Сейчас фаза будет. Лужа, холик. Начинаем представление. Геру сейчас после укуса. Шапак. Шаман друид. Лужа. Шаман.
Вайда прохилится. Геру дай. Шаман, Геру дай. Фак, 2 секунды. Друид. Лужа, холик. Бля, у меня такие птички маленькие, пиздец. Аж плакать хочется. О! Слышишь? Аня. Бля, он даже лучше, чем моя арбалетка, нахуй. С плеча. Смотрите, сколько я нахилил на Ваня. Ну-ка. Прискосали. Нормально. КВшку сдавайте. Пошлите чуму. Эх, я думал, там сейчас багруха пизданился, я ее продам нахуй, а там, блядь, всего-то 18 золотых, блядь. Видишь, вот, блядь. Войт, а ты все время бегаешь про товар, ну, про товаром танчил же 25-ку. И ты бегал с клыком и этой, блядь, с клыком и с ИК? Или, блядь, как? Диспенсер. Ну просто я знаю, ну, некоторые протовары, блядь, бегают, типа, ну, из-за того, что у них не кап защиты, они одевают, блядь, орган и этот, нахуй. И, блядь, СРС-ки чеху, блядь. Ну я таких видел только единых, блядь. Я понял. Ну я понял, короче, на боссах, которые физуха, типа, ебашит, то проще одевать в деф все, да? А такая, типа, вообще, она профитнее для всего, блядь. Слушай, почему я приступ делаю Лока и Вара на трэш? Можете мне сказать? Ну, я вообще бежу с Войдом, нахуй. Так я говорил, я вообще рачила, нахуй, чё, блядь, ну, ты на меня вообще не смотри там, блядь, Навара. Я, блядь, окунь-окунем, нахуй. Меня ж Войд обучал играть, вон, я ж как Войд, блядь, я знаю только одну кнопку, как нажимать, и всё, и похуй. Говорил, создавай арканы, арканы, типа, больше одной кнопки нихуя тыкать не надо. Я такой, да, бля, ладно. Хочу потыкать две кнопки. Он такой, ну две, типа, тогда. Тогда учись быть раком. Ну и все, я понял то, что вар, и все, и пиздец. А что он делает? Он что, дебил? Нахуй он крипает его? Зомбирует, блядь. Припизженный моб какой-то попался. Неадекватный, но. Тяни это говно, он сверху бегит. Что-то я заметил в последнее время, столько появилось. Ловите сейчас этих долбоебиков. А не ловите.
Что-то я заметил в последнее время, на серве появилось протоваров просто пизда туча. Просто их немерено стало, нахуй. Раньше я ни одного не видел, нахуй. А сейчас их стало просто, блядь, кишлан. Не, ну раньше, блядь, ну, как я знаю, все время, ну, типа, блядь, как-то, мейн-танки всегда были протовары. Не прото, пау, блядь, ну, никто. Ну, на офе стабило было все время протовар мейн. Потом уже шли, блядь, палы, хуялы. А потом как-то все наваров забили, типа, они немощные танки, нахуй, и так далее. Ну, чисто, я хуй знаю. Вот я на офе, когда играл еще на 3-3-5, было заебись, блядь, ну, с агро. А сейчас я хуй знаю, дичь какая-то, блядь. Отшом. Ну да. Я еще помню, когда вот только-только ДК создали, ну, блядь, еще как они на личе, помню, танчили, блядь. Их лич просто ваншотал, хуй знает почему, но просто ваншотал, сразу спиздюли, похуй, бисовый, не бисовый, да пизды. Просто ваншотал и пиздец. Тогда еще нахуй этот бах чинили, я ебу сколько, по-моему. Чисто типа то, что лич, Артас сам типа нахуй, ну этот, блядь, и пиздюли по нему пролетали, там, я ебу. Ну, вообще никто не понимал, что за хуйня, там этот баг фиксили, пиздец, сколько долго, нахуй. Это, бля, еще на офе была хуйня такая. Не, на офе еще была такая хуйня. На цепле я, бля, играл. С 15-го года я здесь начал только играть, по-моему. Ну, так ты, бля, задрот, нахуй. Ты с 9-го нахуй, и, блядь, я не знаю, нахуй. И с 9-го, блядь, уже персов должно быть, нахуй, у тебя просто 1000, блядь. Во, я, кстати, так же ханта апал, короче. Какого? Он у меня с 12 года 10 уровень. А короче, я апнул ханта 15 годом. Просто 3 года качал пацана, блядь. Ставлю рыбку, хавайте. Вот, ты на ком? Кого хочешь? Лизни или этого педика, блядь? Он может двоих сразу. Ну, танчи босса, ал поводишь. Все, чекаю. Давай, ну похуй. Войт, блядь, просто убийца, нахуй. Пошел в соло убивать, нахуй. Ну, на рейндж станьте, что вы делаете? Шаман, отойди. Шаман под боссом, что вы творите? Вы что, блядь? Нормально, сейчас будем рыгать нахуй просто все, блядь. О, повезло, что он по друиде, нахуй. Лок выходит на рейндж, а нам под босса. Криминал, чё ты молчишь? Мы сейчас умрем. Чё мы умрём? Всё нормально? Шаман должен встать, почему ты молчишь?
Так, ну ты же ему сказал, забирай слизня. Ну, я думаю, он догадался, лог же съебался. Я думаю, он бы понял то, что надо, пора становиться. Я ж думаю, он не первый раз десятки хм, блядь. Керу, давай. Керу, дай шаму. Меня не слушают, скажи ему. На меня когда сейчас, подожди. Как это у тебя когда? Да, тоже хуй знает. Как это возможно, КД, блядь? Да уже не похуй, уже не надо давать. Сейчас все равно взрыв будет, все равно разбегаться будем, блядь. Уже так добьем. А даже взрыва не будет. А нет, будет. Забирай большого. Сейчас взрыв будет. А не, успеем. Бьем, добейте, добейте. Добиваем. И никакая гера нахер не нужна. Отдайте наручу. О, там кто-то за запи хотел порвать кого-то. Я, по-моему, знаю кто. Я думаю, блядь, ну, никто, блядь, не поступит так. А в плане осталось попыток. А, мы ж падали, блядь, на... Точно, я забыл, нахуй. А подожди, мы ж не падали нигде. Чё за дичь? Да, опять друид, нахуй. Друлька, отдай наручи присту. Да я не возьму, пошел нахер, не иди туда. Короче, я понял. Забирай. Ёбаный в рот, сейчас сахильдится, давайте еще будем сраться, нахуй. Ёбаный стыд, блядь. Ролите нахуй, ну, все, что, блядь. Если просто не откажусь, и все, блядь. Ёбаный в рот, нахуй вот эти перчи, блядь, я вообще не понимаю. Реально, разводить, блядь, с мухи слона, нахуй. Да просто, ну, серьезно, блядь, ну. Я, допустим, могу вообще все шмотки ролить, так чё я не ролю? Давайте, чекаю, блядь, не будем нахуй. Чё такое? Давай, релогайся. Криминал, вот это. Да ты, ты сейчас говоришь, да? А, ясно. Ну ты часто что собираешь ты рейды за дарков? Ты за дарков часто рейды водишь? Не. Это мои первые. Все, чекаю. Пуляй! Это Войд мне предложил такую идею, типа, бля, води. Ой, блядь! Вот это чуть ебало не разломали-то. Просто осталось 15 хп, нахуй, я не знаю, как я выжил. Друля, уходи в РДД зону, ты куда? Шамган, вон там подойди. Блин, да. Да, это пиздец. Пельмень летит. Лог в тебя, а не в тебя, в шамана.
Вау, статы, мы встаньте, РДД. Возьмите стак. Ну, кроме ШП. ШП похуй. Пельмень, пельмень. Поймал, да. Это очень быстро было. Да, я как-то проебал, я что-то не заметил. Его даже. Сова, поднеси, проверь чуть. Что там будет, говорил? Скоро на геях? Походу, Вайт, ты меня... Ты меня в свои ряды забрал, нахуй. Пельмень летит. Пал, в тебя летит пельмень. Зачем вы споры носите? Потому что так да, ребята, ну что, забейте, уже не носите. Холик отдыхает, порыгает, но... Пельмень, пельмень, милики, нахуй, во всех дай. Ты всегда был моим любимчиком, как и Данила Морд. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Да нахуй кому оно нужно? За место Глоры одевай. Глора говно. Сумасвод? Не, вон он висит в восьмой пати. Он обиделся, походу, из-за черепа и ливнул, короче. То, что череп ему не дали, но. Он же за черепом шел. Или обиделся, что, короче, 15к не дал, я хуй знает, на что он там обиделся. 15к он не дал. Короче, визжал, что 15к нас в руке даст, что ну всех передамажит. И, короче, дал 10, я ему написал, что ах ты штука 10 дал, и вот он пусто. Ну, я сразу лопнулся, блядь, просто. Пал, в кукле посидишь? Вопрос Рейду. Когда на переходке два слизня появляется, какого слизня вы бьете первым? Или двух сразу вы бьете, а? Ну, отпишите. Мне интересно. А зачем эти слизни? Ну, какого слизня вы будете бить? Зеленого. Это у нас на десенгер постоянно с гильдии два умника бьют красного вместо зеленого, и мы вайпаемся по три раза. Ну, просто овощи. Ну, смарт-кью, например. Все, все пожрали. Мы его не переведем, придется стопать до мака, помещай. Да, стопаем по-любому. Смотрите, когда зеленый появится первый,
Вы не стоите в центре. Все убегаете. Знаете куда? Вот сюда вот. Навешали доты и бежали аж сюда, чтобы он дольше шел. Потом что-нибудь замедленный. Если вы туда не отойдете, мы, скорее всего, вайпнемся, если вы в центре будете стоять. Поэтому задотали и сразу сюда бежим. Тыкните. Все, чекаю, короче, погнали. Пей, пал. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамп чумы, которая уничтожила... Кал чекаю, не чекну. Там недофил в зале. Со зеленого сразу. Смотрите, вы не делаете того, что он говорит. Вам что сказали? Задотали и убегаем к столу. Ну вот и все. Да, все нормально. Ненормально, Лок умер, а я предупреждал. Лок уже? Бля, я не заметил Лок. Блин, ну, что это Берни? Сейчас буду колбы. А, не, не ща. Что-то я туплю, блядь. Зеленого сейчас лейте. Смена. Там ретаргет, ретаргет, отойдите. Шаман, беги. Я бегу, бегу, не все. Твой, блядь, я лох, нахуй. Сейчас красный будет. Красный, да. Колба 5 секунд. Зеленый сейчас будет. Зеленого сейчас свечу. Колбы 4 секунды. Хан повис. Бля, ну, пиздец. Молимся, да, чтоб на него нахуй не попало. А, хотя боб есть. Если чё, пал, боб накинешь. Красный сейчас будет. Красного РДД. Колба, одна секунда. Стопайся, стоп, стоп, по профу. Сейчас по-быстрому зеленую переводим. Колбы, одна секунда.
Пятерку сразу дашь на слизнях. Геру как сейчас появится, давай. Зеленого. Все, падает. Бобом, а подождите, не падайте, вы падаете. Все уже. Отошли, сова. Пельмень. Че, Хан, ты умеешь атаки воровать, если что? Там не понадобится. Хамта нет. Оба 2 секунды. Ебать. Моё добро. Моё. Блядь, что вы делаете с чумой? Вы не можете просто поставить в кучу, чтобы она потикала? Что вы творите? Арестать декания кто не хочет? Да тут чуму не могут передать нормально. Я топ ДД, ошибись. Ебать, я блатной, у меня теперь есть орган, нах. Ну, блядь. Ну, блядь, это получше, чем будет, блядь, вот эта вот хуйня. Где там она? Вот такая хуйня. У меня сердце, кстати, попизже будет. Ничего подобного. Сердце это говно по сравнению с органами. Бля, я не могу с места сойти. Два раза рывок уже делаю. Я знаю почему. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. А, ты забагался, короче, на тебе зеленый слизень. Исправляйся в личном кабинете, слышишь? Исправляйся в личном кабинете. Знаешь, как делать? Анти-эррор. Волка, анти-эррор, заходи. Только слышишь? А, или просто застрял. Типа команду. Заведи, что ты застрял. Я тебя а если его, бля, а ну это минуту ждать, пока кипит. Нет, не надо ждать. Сейчас мы его... Заходи, волка, антигерой, тыкай, блядь, и все. Там тебя суманем. Только, да, о, ключара.
Ой, ты меня в свои ряды забрал тогда, нахуй. Нас уже двое, блядь. Жалкие создания, умрите! Какой феерист! Бля, ты прикидываешь, как выглядит корова гей? Это ж пиздец. До нее ж не доебаться. Это вообще опасная вещь. Что, помогло? Сделал? Это не катит. Жалкие создания, умрите! Простите. Поставьте, тыкните. Умрите! Не дайте Финкельштейну. Есть вариант. Смотрите, не убивайте трэш. Мы сейчас его сумоним. Меня-то зачем сумоним? Да-да, я что-то мискликнул. Смотри, мы его суммоним, бомба трэш, и трэш приводим сюда, слышишь? Тыкни в порт, у меня комбата нету. Тыкните в порт быстрее. В комбате я. Сейчас крипа убью. В порт тыкните. А все равно в комбате. Давайте убиваем трэш, не заходим в комнату, молим ханта и потом подведем двух мобов к ханту и съебаемся. И они убьют ханта и он разбагается. Ой, ты чё, был про? А, я думал, у тебя здесь нету про, блядь. Так чё, Хан, ты так и не разбагался? Нет, не помогло. На нём слизень. А знаешь почему? Потому что он офнулся, когда его в таргет выбрал зелёный слизень. А, точно. Ханта не хильте, и пусть его убьют. Пусть убьют Ханта, вон бьют мобы Ханта. Паладин, блядь, тупой. Не хиль Ханта, ёпта. Паладин протопал тупой, блядь, забрал мобов с Ханта. Тупорылый, блядь. Зачем вы его кикнули? Да кикнул. Его просто выкинут и все, и оно разбагается. Ты что, не понимаешь, что не разбагается, если он тавара не был? Вот сейчас разбагается, потому что он умер. Он разбагался. Я либо спал. Ты паладин, блин, у тебя вообще, ты варка или где ты? Он что, не варка? А, паладин не варка. Какой именно? Протопаладин. Не знаю, вроде он был в РК. Да нет, в РК. Не, он с самого начала говорил то, что он без РК. Взял, забрал с ханта двух мобов. А что, копье не надо, да? Да нахуй надо. Я думаю, что-то я бью и не бьется нихуя. Я уже нихуя не вижу перед собой, я только тыкаю одну кнопку и все, блядь. Ну, снимайте копье быстрее. Кидай! Бля, хочу демона Лока, ебать копать просто как хочу. Демоны Локи это вообще вещь, опасная, бля. Ну, а наш демон что-то вообще не дамажит.
Лок, скажи, тебе так трудно на трэше 7 порчи использовать, чтобы быстрее сносить трэш и быстрее двигаться дальше? Ну, порчи бьет только эти... Афлики, нахера бить? Нет, вы чушь не несите, все локи бьют 7 порчи, это топ ДПС на трэше. Любой лок в любом спеке. Ливень — это говно убогое, которое дает в 3 раза меньше ДПС. Лок, а ты в демоне костер тыкаешь, а то я не замечал. Даже Дестрик, если юзать будет ливень и семя, все равно семя больше надамажит. Даже у Дестрика. Да до сраки. До сраки. Прок, не прок, все равно семя порчил. Что, есть успех у кого-нибудь, может, у совы? А, ну, сова, успех из рестера. Зачем, а, шамал, если шипы полом полетает? Нет, 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 нет. Холи Прист. Холи Прист. Ну так спекайся тогда ты. Спекнусь, только дайте я отойду на 2 минуты покурю. То, что мне и в туалет надо сходить. Шуруй. Давай, я тоже тогда. Давай 2 минуты перерыв. Давай, что-то. Порча мне это семя, да. Ну это да, талант валит. Лок, а ты здесь? А ты, когда в демона входишь, ты тыкаешь этот, блядь, огонь, который под ногами горит, нахуй? А то я как-то не замечал. Бля, я не помню, как он называется, нахуй. Там что-то костер или что-то, блядь. А то, ну, я вот смотрю по профу твой, а нет, это уже не проф. Ты его, походу, вообще не тыкаешь. Там костер или что-то, бля, как он называется? Вот, как этот скилл называется? В демоне он еще только юзается. Вот, да. Он же там пиздярит, я ебой, от него ДПС просто вырастает, нахуй, как не знаю. Не, не адское пламя. Вот это вот, там, блядь, ну, ты можешь бить нами, нахуй. Вот, да, вот это вот хуйня. Там же ее за демона можно, по-моему, 2 раза тыкнуть, если я не ошибаюсь. Пока в демоне. Ну. Блядь, ну я не знаю, там. Вот у меня был, я же говорю. Ну, так на форму по-любому должен стоять. Я, блядь, у меня был лок 6 и 4, по-моему. Я им давал почти 30-ку, нахуй, спокойно. Он просто ебашит, вот. Там за сурфа, вот, ты 2 раза метаморфозу тыкаешь. Это первый раз. Когда, блядь, влетаешь чисто, этот огонь, хуёнь, блядь, вот эту всю хуйню. А второй раз метаморфозу ты тыкаешь, блядь, когда это... Да, вот этот вот огонёк, нахуй. А второй раз на 35% ебашишь и всё. И там, блядь... И там пиздярит пиздец. Нормально, ты видел локи, когда танчат? Вот в метаморфозе, у них брони там пизда просто, там, ебать нахуй, любого танка лучше нахуй. Не знаю, я нахуй он спокойно ребро держал. Сколько брони, лок, было? Да там больше 20-ки, там, блядь, пиздец. Не ваншоты это, ну. Там я хуй знаю. Ну, я ж тебе говорю, я в 25-ке хэме был, меня не ваншотало. Мне хватало 2 пиздюли, чтобы я умер. Ну, а третья я уже умирал. 2 выживал еще. Все, давайте чекаем. Спекайся в холика. Ты ж вернулся уже. Спекайся.
У тебя микрофон забрали? Так кто на рейде, блядь, ебаный в рот, я не могу понять. Читать научитесь, пожалуйста. Типа, ты сейчас будешь на рейде, но если Шам будет хуёво хилить, ты полезешь в порты. А Шам, типа, останется на рейде. А, ну все, я понял. Ну все, я с этим, с Холиком на... Да, ты летаешь. Да. Okay. А если ты не понравишься Престу, ты будешь на рейде, а он полетает. Все, чекаю, погнали, короче. Сейчас, подожди, нет. Если вы увидите, что у вас что-то не получается, стаки спадает, вы слабо хилите, вы сами выходите, или пишете, или в РК говорите, что зайди в порт, ты Рокстер, и я зайду. Вместо кого-то, вместо Шамана, например. В бою это просто сделать. Да все, пуляй, Войт. А во сколько мы убили это ребро по времени? Не помнит никто, ни у кого не осталось. Это хуйня. Часа два назад. Полтора дня. Бля, ебать, мы походу просто дохуя пиздим, из-за этого мы долго идем. А, да, просто Войда не было сначала, Войджера потом появилось. А если бы у Войда был еще микро, который, ну, он есть, но он не хочет говорить просто, ему впаднуло, то мы бы вообще, наверное, быстро прошли. Ну, либо у Войда подгорело, и просто он бы решил, что это Рой, и все. Самый быстрый трой, нахуй. Холик, у тебя открылись порталы? Потому что я их что-то не вижу. Я их тоже не вижу. Гири больше не открываются, не купить. Я пока не могу пройти на эти заклинания. Вон открытый портал, ты говоришь, не открываются. Шаман, 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 не успел в порт зайти, прикиньте, прослакал. Бля, ебать, шаман. Друг, залей, пожалуйста, ман. Да ну, агро нету, напула нету, будете умирать, мне пофиг. Так не, у меня просто пиздануло от другого. Нет, я видел, что пиздануло, агро нету. Так агро это от меня на эти, блядь, червяки были. А потом еще моб уебал. Да, да похуй, бейте, я хоть поем нормально. Не БРай меня. Ты же понимаешь, что мы не убьем тогда, если тебя не поднять. Чего? Минус один ДД, ты ж в три хила идем.
А, ну тогда поднимай. Бля, я когда-нибудь спокойно покушаю. Сука, вот я не понимаю, как люди, блядь, вот некоторые релят. Сука, успевают и пожрать, и покурить, нахуй, и подрочить еще, блядь. У меня, по-моему, на это времени никогда не хватает. Даже поесть спокойно не могу, блядь. Ты вместо этого говоришь постоянно. Так во время рейда, ну так я же говорю, некоторые получаются, у меня что-то нихуя это не получается. Я еще просто не привык к такому задротству. Ой, ты же кей, ну, ты понимаешь, что мы сейчас вайпимся, блять, ну хватит, ну прекрати это. Ну ты РЛ, ты можешь релить, а не говорить какую-то хинею. Так что, они летают в стаке, пиздят, что им говорить? Рейду говорить, например, он лока пиздят, он херней страдает. Ну а сейчас я могу отпасть еще раз. Все, хули по-умному. Да как так, блядь? Вот так, потому что ты ничего не говоришь. В плане ничего не говорю, а что, блядь, сложного нахуй в этом портале летать, нахуй, себя захилить, блядь? Я хуй знает. Он умер не от того. А от чего? На нем крипов не было. Его стак долбанул, и взрыв моба рядом был, которого не отвели. Блядь. Шаман, на тебя становишься. Шаман, у тебя много стаков? Мало еще. Ему надо больше. Шестнадцать. Мало, ну да, еще летай, шаман, еще что собирай. Залетай, забирай быстрее. Вот портал перед тобой. Смотри, стаки не слей. Не убивайте этого моба, не убивайте этого моба, не убивайте, пусть живет Валдырный, блять, вы что тут не убивайте. Отправляй вон на этого, нахуй. Мне ману рессали, понимаете? Правил чудищ на него. Друид есть, Инордаль? Ну нормально. Шан, последний портал выходишь, пробуешь захилить. Давай еще портал. Давай последний портал заходи. Давай там Геру под себя потом. Я тебе помогу, ты только зайдешь, дай Геру прожми там, прожмись по полной. Быстрее на две волны, цепной две волны, вот так хит как выйдешь. Быстрее на две волны, цепной две волны под Геру, иначе нет хили. Давай Геру. Давай крылья ему. Вайда, прохилься. Не захилим. Ладно, я иду в портал. Два уже. Понятно, изда. Все. ДТ умираю. Все, берса падает. Вот это вот меньше надо фудить во время трайпа. То кто гей, кто не гей. Вот на самом